Два подземных толчка произошли накануне в Румынии. Первый с магнитудой в 3 балла был зарегистрирован в сейсмозоне в Ранче на глубине более 100 километров, примерно в 2 часа ночи. Второе землетрясение в 3,8 баллов по шкале Рихтера произошло в районе Бузоу в 7,33 на глубине 170 километров. По данным местных СМИ, самая мощная сейсмическая активность в этом году была зафиксирована 28 октября в том же районе Бузоу с магнитудой в 5,8 баллов. Толчки ощущались даже в столице Румынии.